За столом сидели мужики и ели, тортом конюх угощал своих гостей. Все расхваливали полник, и хозяин весел был, о сюрпризе он все время говорил. Ели тортик мужики и чаем запивали, о чем конюх говорил, они не понимали. Я узнал недавно, все вы как ни странно, конюх добрым голосом проговорил. С моей мамою встречались втайне от меня, и поэтому всех вас собрал сегодня я. Ели тортик мужики, чаем запивали, о чем конюх говорил, они не понимали. Я за ней не уследил, в том моя вина. Но скажите, что подарит мне она? Ели тортик мужики, чаем запивали. В конкурсе кто победил, призы те получали. Ели тортик мужики, чаем запивали.